Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим автомобильный держатель с беспроводной зарядкой от компании IoT, модель HL-CRIO-161. Поставляется в фирменной упаковке. Данное зарядное устройство, держатель предназначено для смартфонов на Android и iPhone. Android устройство заряжает 10-ваттной зарядкой, айфоны 7 и 5 ватт. В фирменной упаковке поставляется. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри у нас находится площадка, которая держит телефон. Нижняя часть регулируется по высоте. Боковые уши автоматические. Есть здесь датчик. Поднося телефон, боковые уши открываются, вставляется мобильное устройство, и автоматически они же и зажимают мобильный телефон. Зарядный кабель подключается с тыльной стороны, разъем microUSB имеется. В комплекте есть провод для зарядки с USB разъемом, площадка на двухстороннем скотче, можно на торпеду установить. Также инструкция и фиксирующая присоска. Присоска липкая. Также по глубине она регулируется. Давайте наглядно посмотрим, как срабатывает данное крепление. Подключается прикуриватель, подключается кабель площадки. И когда подносим мобильный телефон, открывается и автоматом зажимается. Крепление держит очень надежно, можно в этом убедиться. Для того, чтобы данный телефон забрать, кнопочка есть с правой стороны, нажимаем, лопасти, уши боковые раздвигаются и забирается мобильное устройство. При покупке на данное крепление зарядку обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.